Здравствуйте! Сегодня у нас футбол. Сегодня у нас традиционный дуэт комментаторов Юрий Розанов и Василий Соловьев. И очень надеюсь, что игра, помимо традиционного времени и набора игроков, все-таки чем-то особенным запомнится. Судейская бригада под предводительством Алессандро Веккьючино будет сегодня руководить игрой. Был рикошет, и мяч уже вне игры. Серхио Бускетс. И вот потеря в центре поля. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Возвращает. Думаю, надо бить и забивать. И вот он, удар по воротам. Отскакивает мяч от игрока и уходит в аут. И это угловой. Потерян мяч, но за него надо бороться прямо здесь же. Это шанс. Ах, какая отличная техника вратарская. Намертво ловит мяч. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Петенья. Пробьет отсюда, может быть, очень опасно. В каждой атаке голы не получаются. Думаю, надо бить и забивать. Дентиньо. Едем дальше. Ну, давай. И это отличный сейв. Мяч ушел за лицевую линию. Угловой удар. Бьет игрок головой. И это потеря. И атака такая может получиться векторообразная. По кратчайшей дороге к уже воротам, по центру. Удар по воротам. Времени на эту жестикуляцию, я думаю, что мизер игроку отведет. На экране статистика ударов по воротам. Серхио Бускетс. Это потеря. И в центральной зоне есть кому отдать. Неймар. Великолепный дриблер. Порой заигрывается, конечно, но публике-то это нравится. Достаточно жесткая борьба идет за этот мяч. Удастся ли обороняющимся вынести мяч из штрафной? Педро. И очередной опасный момент у ворот соперника Барселоны. После этой борьбы мяч у Иньеста остался. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Есть в футболе правила, не забиваешь ты, в конце концов забьют тебе. Вот тайм второй нам и подскажет ответ на этот вопрос. Посмотрим, что будет. Осталось немного времени до начала второго тайма. В этом пока ничего не понятно. Возобновилась игра после перерыва. Обратная передача. Педро. Защитники куда смотрят? Может быть, и не своему, это не пас, в конце концов. Главное, что эпизод закончен. Игрок Барселоны перехватывает мяч. Ну и что теперь? Возможно, удар по воротам. Очень-очень прилично. Очень уверенно. Вратарь, вытянувшись в струну, мяч этот забирает. Да, только что благодаря вратарю счет остался ничейным.
без всяких усилий перехватывает игрок мяч. Не рассчитал дистанцию, и посмотрите, как красиво, как будто загодя к этому приготовившись, да, перепрыгивает через соперника. Очередное удачное действие в отборе. Очень трудно создать что-нибудь против этого парня. И забирает мяч голкипер. Плохая передача, но еще бы ее не перехватили. Думаю, что не обязательно было мяч терять в этой ситуации, но что произошло, то уже произошло. Подключение на правом фланге. Серхио Бускетс. Отбилась оборона в этот раз. Просто подарок мяча сопернику. Игрок Барселоны перехватывает мяч. И игрок с мячом выходит на позицию, с которой можно поворотом пробить. И если не отобрать мяч по новой, атака не завершена, можно получить контратаку. Ах, как красиво от подката ушел. Отобрали мяч у соперника и посмотрим, получится ли встречная атака. Думаю, надо бить и забивать. Витиньо. Справляется вратарь, но есть возможность добить мяч в ворота. Соперников уже немного, да, ведь столько отбегали. 5 минут осталось играть, и никому пока еще свое превосходство доказать не удалось. А голов давно уже нет и нет, а времени практически не осталось. И есть кому пас отдать. Очень бы хотелось посмотреть, как в центре эту атаку поддерживают, потому что будет пас туда, в штрафную. И арбитр Векио Чина вполне возможно покажет желтую карточку. Встречать его уже поздновато. Думаю, надо бить и забивать. И? Ну, теперь упустить этот перерез, я думаю, команда себе не позволит. Команда ушла. Держать станет чуть полегче. Победа очень важна. Хороший был.